9 человек получили травмы в авариях за эту неделю в регионе. Всего на территории Кировской области произошло 8 ДТП. Чаще всего они были связаны со столкновением транспортных средств при проезде перекрестков. С начала года в таких авариях погибли 3 человека и 77 получили травмы, рассказали в госавтоинспекции. В выходные дни на территории Кировской области сотрудники госавтоинспекции проведут сплошные проверки водителей на состояние опьянения. Мероприятия будут проводиться в областном центре и на территории районов.